Приветствую на канале Ульяна Шьет. Продолжаю шить жакет. В прошлом видео я пришивала подкладку и обрабатывала воротник и лацканы. В этом видео покажу, как обработать уголки жакета при соединении с подкладкой. Вот этот узел. Подкладку я пришивала до конца подборта. В идеале нужно не дошивать примерно 5-6 сантиметров, поэтому я этот кусочек сейчас подпарю. Вот что получилось. И сейчас посмотрю, что у меня с изнанки. Если провести линию по строчке притачивания подборта, то вижу, что припуск на жакете маленький, где-то 0,3. В идеале надо было срезать на 1 сантиметр больше, но имеем то, что имеем. На этом узле будет много ВТО, поэтому сейчас я заутюживаю припуск жакета. А следующим шагом нужно заутюжить припуск подкладки, которая будет короче жакета примерно на 1-1,5 сантиметра. И сейчас будет самый главный нюанс обработки этого уголка. Я должна сделать надрез на жакете до начала строчки, не доходя примерно миллиметр наискосок. Лучше подстраховаться и провести линию притачивания. К тому же у меня очень маленький припуск, поэтому для меня это обязательно. Теперь зафиксировала булавкой подкладку, развернула припуск жакета на подкладку и проложила строчку по нарисованной линии. А теперь можно притачивать подкладку с жакетом по нижнему срезу. Уголки обработаны, осталось отпарить изделие. Такой с виду сложный узел, но с помощью одной насечки он становится понятным и простым. Пишите, пожалуйста, комментарии, все ли было понятно. Благодарю за лайк и подписывайтесь на канал Ульяна Шьет. Впереди много новых швейных и рукодельных проектов.